Здравствуйте, хочу вместе с вами сегодня распаковать посылочку от «Хорошо сидим». Это такая мануфактура, очень неплохие у них продукты есть по уходу за собой. И также эта посылка посвящена новогодним праздникам, которые скоро к нам придут, и подаркам друзьям и близким. У них прикольная такая бонусная программа. Если больше 500 гривен заказываете, то там или 5, или 10% скидки на заказ и отправляют Укрпочтой, новой почтой. То есть можно выбрать способ доставки. Вот так посылка выглядит внутри. Как вы видите, написано «Качество гарантировано». Довольно неплохо запакована, мне очень нравится. Так по-новогоднему она выглядит внутри. Тут есть, как видите, декоративная такая елочка и разные элементы. Сейчас будем доставать. Вот так вот оно чуть-чуть неорганизованно выглядит. Я все достала с коробки, и давайте буду рассказывать про каждый из продуктов. Не знаю, насколько вам видно, но тут очень симпатичные твети, такие остатки каких-то цветочков. То есть все очень красиво запаковано, плюс елочка вот эта вот с апельсинчиком. Сразу такой запах новогодний возникает. Очень классная запаковка, мне очень нравятся интересные посылки, которые получаешь. Продукты — это вот такой вот красивый мыло ручной работы в форме шапочки, такой зимний. Очень симпатично выглядит, и, не знаю, мне очень понравилось оно по оформлению. Не знаю, как оно будет мылиться, но заказывала для своих подруг и сотрудников. Думаю, что им понравится эта форма и запах. Следующий продукт — это тоже мыло в форме елочки, тоже симпатичное оформление. Правда, тут уже не пишется, что это мыло ручной работы, а просто вот такой Merry Christmas дедушка на самокате бежит. Но не знаю, понравилось тоже оформление. Тут, правда, чуть меньше по граммам, чем в шапочке, но тоже я думаю, что понравится как презент на Новый год тем людям, которым я планирую это подарить. Следующий продукт — это гидрофильное масло для активации роста волос. Тут состав очень хороший. Тут масло горчицы, масло касторовое, масло репейное, растительный эмулятор, витамин Е, провитамин В5, эфирное масло иван-хиланг, эфирное масло апельсина, эфирное масло корицы. Что интересно, его нужно, это масло, нанести на влажные волосы перед мытьем на 20-30 минут, потом смыть маслом теплой водой и после этого применять шампунь. Использовать раз в неделю. Если средняя длина волос, то это масло рассчитано на непрерывный курс на 6 процедур для увеличения роста волос. Не знаю, я первый раз увидела гидрофильное масло именно для активации роста волос, и мне это заинтересовало. Надеюсь, что мне как-то на 5 применений как раз хватит, и потом в пустых баночках обязательно расскажу про то, насколько оно помогло мне. Тоже симпатично запаковано. А запах, кстати, тут максимально чувствуется именно эфирное масло апельсина. Ну, потом расскажу про то, насколько понравился мне этот продукт или насколько не понравился. Следующий продукт — это морская соль для ванны с сухоцветами. Нужно растворить в ванной в теплой воде с расчетом 100 грамм на ванну или 50 грамм на ванночку для ног или 30 грамм на ванночку для рук. Продолжительность водной процедуры 15-30 минут, затем рекомендуется принять душ без мыла. Морская соль и сухоцветы в составе, без красителей и ароматизаторов. Хорошая упаковочка, там сухоцветы видны, натуральная косметика. Планирую презентовать этот подарочек небольшой. Потом узнаю, насколько понравился или нет этот продукт человека, которому я планирую подарить. А следующие — это такие вот свечи из вощины. Они очень интересный запах имеют и довольно натуральный состав. То есть нету вот этой вот гари, когда они горят. И очень симпатичное оформление. Чтобы вы понимали по сравнению, то есть вот эта вот большая свечка, это маленькая. Запах у них реально такой медовый. И когда они горят, они тоже создают такой уютный аромат. Мне очень нравится. Возьму маленькую себе, ставлю, скорее всего, а большие буду дарить. Очень симпатично, то есть это вышито, и тут котики. Но очень классно. Очень симпатичное оформление. Кстати, на сайте только видно было вот эту вот часть. То, что тут котики сзади, это вообще шикарно просто. Тут две еще свечи, они чуть-чуть разные по оформлению, то есть здесь вот такой задний вид, и вот здесь оно по-разному. То есть это все натуральная работа, очень симпатичная и не очень дорого стоящая. Попробуйте, мне кажется, что это неплохой, нестандартный какой-то подарок для ваших знакомых и друзей. А также мне нравится то, что там можно заказать такие пробнички, как вы видите, определенные миллилитры, как указано на сайте. Вот для себя я взяла гель для душа иланг-иланг и мандарин, и лимон и ваниль. Вот то, что больше понравится, то и закажу, скорее всего, в полном размере. То есть очень классно, что есть такие вот
от Ливантики, по которой вы можете понять, насколько продукт вам подходит. Также взяла увлажняющую маску для волос, притом она такая интересная, что нужно ее наносить до мытья, а не после мытья. Это меня чуть удивило. И они даже на сайте написали большими буквами, что не после, а до мытья нужно использовать. И гидрофильное масло для снятия макияжа тоже на пробу взяла, поскольку сейчас ищу что-то такое интересное. И еще вот два продукта. Это скраб для тела с минералами Мертвого моря и питательный крем для ног, лимонный щербет. То есть, как вы видите, это довольно такое густое консистенция. И думаю, что питательный, он реально будет питательный. Скраб для тела с минералами Мертвого моря. Не знаю, буду пробовать и потом обязательно расскажу вам, подошло оно мне или нет. И последнее, это натуральная зубная паста. Как видите, очень похожа на такую вот натуральную сахерба. Правда, та более жидкая, это более такая густая. Но по цвету очень похожа. И горчичная паста для мытья посуды мне вообще очень интересно было попробовать, поскольку отзывы на сайте говорят, что очень хороший вариант для мытья посуды. Ну, попробую, может быть, закажу себе тоже такое. Следующий продукт – это скраб-мармелад для тела с разными такими вкусами. То есть у них есть вот такие маленькие пробнички. Способ применения – разомните мармеладкой, нанесите на влажную кожу массажными движениями, смойте водой. Очень симпатичные, то есть тут, по-моему, персик, клубника, манго. Я не помню уже эти вкусы, но всех по две штуки я заказала. То есть у меня еще таких вот пять. На подарки то, что нужно, как по мне. И очень симпатично выглядит. Также у них есть такие полноразмерные. Это маленькие, то есть пробники. И есть такие как бы колбаски более большого веса. Последний продукт из этого заказа. Такая симпатичная подарочная коробочка. Она выполнена вручную, то есть очень симпатично выглядит. Я, правда, изначально заказывала чуть другую, но это тоже симпатичная очень. Она маленькая, но туда много что может поместиться. И я думаю, что это очень красиво будет и понравится тому человеку, которому я планирую что-то туда еще кое-что положить. В принципе, это весь заказ. Но мне очень понравилось их обслуживание. Они все сделали довольно быстро. И дата производства, как вы видите, на некоторых продукции вообще делают под каждый заказ. Это очень тоже неплохо. Надеюсь, что мне все это подойдет. А также знакомым, которым буду дарить эти продукты, им тоже это подойдет. И все будут счастливы. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. И с наступающим вас!